Привет, друзья! Вы смотрите «Успею рвать» — любимую рубрику всех тех, кто любит выгодно затариться и получить что-нибудь приятное на халяву. Сейчас расскажу, что для этого сделать. Поехали! Если вы по какой-то причине еще не заходили на промо-страницу летнего сезона «Призраки джунглей», сейчас самое время. Там вы можете найти крутой подарок сроком на 14 дней. Для этого нужно внимательно пролистать страницу и найти на ней кое-что подозрительное. Большего говорить не буду, уверен, разберетесь. Заодно познакомьтесь с агентом Варан и выполните его задание. Так вы можете получить внешность агента на 3 дня, CSV-9 и Stigsauer P226 из серии «Комода». Они шикарно впишутся в тематику летнего сезона, поверьте мне. Фу! А вот по этому промокоду вы лично от меня можете получить метовую пушку сроком на 3 дня. Активации всего 100, так что успеете воспользоваться. Но если хотите быстрее лутать опыт и получить больше кредитов, вам доступны ежедневные наборы с обновленным содержимым. 150 кредитов, знаки возвращения, коробка Стражи Севера и супер VIP ускоритель скрасит ваш игровой процесс. А если в течение месяца вы приобретете набор 4, 8 и 12 раз, получите еще больше наград. Ну и, наверное, самый приятный способ получения дропа — это, конечно же, просмотр матча АПЛ второго сезона Аструм Лиги. Крутые подарки сыпятся зрителям каждый день, поэтому заглядывайте к нам почаще. И не забывайте отмечаться вопросами и приветами, мы их всегда очень ждем. Присылайте свои вопросы и приветы с хэштегами «Вопрос Лига» и «Привет Лига» и увековечьте себя в истории киберспортивного Warface. Вступайте в турнирные сообщества Warface, там удобнее всего следить за новостями киберспорта, а также там проводится сейчас голосование за хайлайт недели, так что принимайте участие. Финал все ближе, матч все жарче, будет интересно, я вам обещаю. До скорых встреч, пока!